Hello, everyone! Всем привет! Итак, сейчас мы посмотрим новый клип от группы Blind Channel, называется Dead Zone. Сейчас узнаем, что они натворили там. Итак, группа представила новый клип, и, если честно, мои ожидания с реальностью не совпали, в плане того, что у них до этого выходили тизеры, там, где бегал Олег с чемоданчиком, потом Йонас с чемоданчиком бегал, я думала, что там какая-то будет история, в плане того, что, может быть, там что-то украли, там, не знаю, представили какой-то нам предмет, диск, может быть, предстоящий какие-нибудь, но этого у нас ничего не было, просто... Да, они воплотили в плане того, что показали здесь историю такую, противостояние рэпа и рока, а в плане того, что сначала, типа, рэп такой был главный, потом рок, потом, к сожалению, нокаутировали рок, да, и, но все же рок смог выжить, восстать, и сейчас он набирает мощь, и при этом все это соединилось в одну музыку, в один стиль, рэп-кор, можно так назвать, да. Но группа Blind Channel не единственная, кто создает песни в таком жанре. Вот. Ну, честно, если поначалу мне так прям показалось, что это Linkin Park, не то, что показалось, прям слышно, что это Linkin Park, и на протяжении всей песни мне не покидало это чувство. И еще, мне кажется, тут немножко хватанули кусок от команды From Ashes to New, хотя тоже From Ashes to New есть там... Какие штучки от Linkin Park, ну там не только от Linkin Park, там еще от Papa Roach и так далее. Вот. Как сказал Йоли, что это самый лучший или самый там какой классный, крутой хит от группы Blind Channel, честно, не могу так сказать, у них намного круче были хиты. Вот, но здесь такой среднячок, мне кажется, что это приходящая какая-то песня.
Да, его будут крутить, но ну, на концертах будет. Но чтобы прямо сидеть постоянно слушать, нет. Как-то сильно меня это зацепило? Нет. Реально, вот у них есть прям и намного мощнее песни, я так могу сказать. Может быть, я не знаю. Скорее всего, это то, что влияние может лейбл, и поэтому ребята немножко уже теряют ту свою какую-то душевность, что ли, можно так сказать, которую они подцепляли раньше. Сейчас вот, ну, нет такого. Не как-то у меня не отзывается в моей душе сейчас их песни, вот правда. Не знаю. Я очень, конечно, этим расстроена, что так получается, но, ну, они выбирают немножко другой путь группы, нежели чем у них раньше был. Вот, в общем, вот так. Я не знаю, как вам понравилось. Я знаю, что многие там уже сутся кипятком от этой песни, говорят, ты самая лучшая и все так далее. Ну, как бы у всех разные мнения, поэтому кому-то будет нравиться, кому-то не нравится. Пишите свои комментарии. Будет интересно почитать. В общем, спасибо всем большое за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, это все очень важно. А также подписывайтесь на YouTube, Яндекс.Дзен, Бусти, Patreon. Это тоже все очень важно, это продвигает мое видео и помогает к выпуску. Также, если хотите поддержать мои финансы, то в описании есть ссылки. И подписывайтесь на мой Telegram, где я с вами общаюсь. Ну а с вами увидимся в новом видео. А, еще не забудьте на социальные сети тоже подписаться. Ну а с вами увидимся в новом видео. Всех обнимаю, всем пока. Bye-bye.